Ты не представляешь, как я чувствую себя в этом теле. Я должен проводить испытания все время, иначе все начнет чесаться. Это вроде как заложено в систему. Ой, но когда я провожу испытания, скажу тебе так, на свете нет ничего лучше, это как... Зачем тестировать? Надо тестировать! Ты будешь проходить испытания, я буду смотреть, и все будет прекрасно. Взрыв неизбежен. Срочно начать эвакуацию. Заткнись! Этот идиот там наверху понятия не имеет, что творит. Если его не отключить, через несколько часов здесь все взорвется. Я не могу передвигаться, а я тебе понадоблюсь, чтобы заменить его, если только ты не собираешься отпилить себе голову и подключить ее к моему прежнему телу. Тупиковая ситуация. Ну что скажешь, ты отнесешь меня к нему и вернешь меня в тело, а я предотвращу взрыв и отпущу тебя. Без обмана. Эта картофелина генерирует 1,1 вольт электричества. Мне не хватит энергии соврать тебе в буквальном смысле. Даже если я лгу, что ты теряешь, ты умрешь в любом случае. Слушай, мне это нравится не больше, чем тебе. Пожалуй, мне это нравится даже меньше, потому что именно меня частично съела птица. Я сам создавал это испытание, но немного сложное. Еще не закончила, надо пройти через дверь. Через вон ту дверь.
это было здорово. А есть идея. Так как делать новые испытания сложно, почему бы не ограничиться одним, а? А я буду смотреть, как ты его проходишь снова и снова. Да, так гораздо проще.
могу винить себя за старания. Так, тесты, новые тесты. Должны же быть где-то еще какие-то тесты. Стой, ты куда? Куда ты? Не, серьезно, ну вернись, пожалуйста. Кажется, есть хорошие новости. Рано или поздно у него закончатся испытательные камеры. Я их на запас не оставляла. Вернись обратно! Не могу не заметить, что ты не возвращаешься. Это печально. Вот ты где! А я уж начал волноваться. Ты не поверишь, что я нашел. Там целое запертое крыло. Сотни отличных испытательных камер. Ничьих, пока не бери. Только скелеты внутри. Но я их выдохнул. Теперь они как новые. Скелеты? Ну ладно. Несколько камер я оставила на запас. Хранила их на запас. И вперед!